В эти минуты армейские международные игры открываются в подмосковном парке «Патриот». В этом году соревнования военных пройдут на территории сразу двух государств – России и Казахстана. Такого еще раньше не было. Игры будут проходить две недели на 20 полигонах. Давайте сейчас посмотрим. У нас есть возможность увидеть прямую трансляцию с места событий. Сейчас только все начинается. Люди, как мы видим, собираются. Это будет праздничный концерт в честь открытия игр. Но вообще, как я уже сказала, они будут проходить две недели на 20 полигонах. Церемония открытия начнется через несколько минут. Ladies and gentlemen, you are kindly requested to proceed to your seats. The opening ceremony will start in a few minutes.